Всем привет! Китайцы хорошо известны своей любовью к копированию. Посмотрели, что там заграничные соседи придумали, и такие раз, то же самое придумали. Какое совпадение! А вот новый, как мне кажется, еще более интересный тренд – это то, что китайцы начали копировать еще и друг друга. Стоит кому-то преуспеть с каким-то продуктом на западном рынке, как десяток других китайских компаний начинает делать то же самое. Не стесняются этого даже крупные компании, например, Godox. Чем они вдохновлялись, выпуская новые модели LED-света, сразу понятно – успехом Aputure. Но при этом Godox все же сделал не прямую копию, а некий микс из удачных решений Aputure и своих собственных разработок. К примеру, FV150-200 – это не только постоянный свет, но еще и вспышка. Кроме того, Godox, как обычно, срезал пару углов ради снижения цены, и в итоге мы получили дешевый, интересный продукт. Godox FV150 и FV200 – это 80% того, что дает Aputure 120D за 50% цены. Оптимальный выбор для YouTube – исполнение мечты для тех, кто хотел и постоянный свет, и вспышку. Давайте разбираться. Свет Godox мог продать одной фразой – Godox SL только с тихим кулером. Линейка SL – это самый популярный постоянный свет в нашем магазине. Для многих именно она стала идеальным соотношением цены, мощности и качества. В первую очередь, конечно, цены. В плане качества к SL, кроме 60-ваттной версии, много вопросов. Кулер шумный, диод не лучший, корпус – копия фотовспышки, поэтому не самый удачный для видеосвета. Ну и так далее. Линейка отчаянно ждала обновления и наконец-то дождалась. Самые большие изменения касаются охлаждения, там, где больше всего проблем было у SL. Раньше кулер дул прямо на диод и как следствие горячий воздух задувался в ваш софтбокс. В небольших софтах, тарелках с рассеивателем, моноблоки SL перегреваются на раз. Кроме того, кулер светильника дул в сторону объекта съемки, а значит источника записи звука. Кулер при этом шумный. Но кто же мог подумать, что с постоянным светом будут видео записывать? Один из первых роликов на нашем канале был о том, как поменять кулер на модель потише. Решение проблемы Godox явно подсмотрел у Aputure. За светодиодом стоит радиатор, на который дует кулер, выдувая горячий воздух наверх. Кулер при этом стоит тихий. Не бесшумный, как у Aputure, но тихий. Послушайте сами. На петличку такой точно не попадет. Конечно, изменения коснулись и диода. Если у старых моделей был провал по цветопередаче красного, то здесь R9 красным все хорошо. Не идеальный крип получается за счет проседания по синему. Еще изменилась форма диода. Он теперь круглый, как у всех более серьезных и дорогих светильников. Это не случайно. Квадратный диод светит немного иначе, хуже заполняет софтбоксы и прорисовывается при использовании линзы Френеля. Задняя часть и выглядит современней, и в использовании приятней. Экран классный, кнопки и крутилки приятные. Еще одно внешнее изменение – механизм вращения. Если раньше был наклонный механизм в основании, то теперь лира, вокруг которой свет может свободно вращаться. С таким креплением свет вращается вокруг своего центра тяжести. В экстремальных положениях не будет так заваливать стойку. Кроме того, можно подвесить свет закрепления на потолке. На тот же пантограф. Тут явно тоже вдохновлялись Aputure. Но сам фиксатор на лире, как у первого поколения 120D. Во втором поколении стали делать более надежный и предсказуемый по поведению фиксатор. Но, как я уже сказала, Godox срезал довольно много углов, чтобы получить цену в два раза меньше, чем у Aputure. К примеру, кабели. Тут поставили самый обычный кабель питания. Не слишком длинный и не слишком удобный. У Aputure длинный, не выпадающий XLR на фиксаторах. Нет и очень удобного разделения на сам свет и блок питания управления. FV150 – один 3-килограммовый моноблок с управлением на задней панели. Если свет где-то высоко, вставай на стремянку или опускай стойку, если нужно что-то подправить. Пультом можно менять только мощность, притом медленно и печально. Мощность меняется только когда вы отпускаете кнопку. Плавно подобрать нужную с пульта нельзя. Кроме того, тут нет DMX для внешнего управления, нет никакого варианта питания, кроме сетевого. Даже сумку в комплект не кладут.
Зато эффекты тоже есть. Класс! Мы за полтора года использования APU 620D2 для дела их включали, ну, может, один раз. Никаких вопросов по поводу низкой цены за Godox или высокой цены за Aputure у меня нет. Получаешь именно то, за что платишь. Но если рассматривать FV просто как апгрейд SL, это уже отличный девайс. Ну а как насчет функции вспышки? В режиме вспышки FV150 управляется с радиопередатчиком Godox X. Точно так же, как обычная студийная вспышка. Чтобы перейти в этот режим, нужно нажать кнопку сзади, затем все как обычно, выбрать канал, группу, мощность на передатчике и снимай. Технически на время пыха прибор перегружает диод, и он на короткое время загорается в 4 раза ярче, чем в режиме постоянного света. В своем маркетинге этой функции Godox упирает на две вещи – высокоскоростную синхронизацию и быструю перезарядку. На деле и да, и ничего особенного. Перезарядка обычная. Набирать заряд в конденсатор не нужно, но диоду после перегрузки нужно дать время отдохнуть. В итоге все далеко не моментально. По поводу HSS работает, но принцип не такой, как у обычных вспышек. Свет остается по факту постоянным, просто на небольшой период становится мощнее. Длительность свечения у него всегда будет больше, чем ваша выдержка, поэтому никакой проблемы полностью осветить кадр на короткой выдержке нет. Так что прибор действительно поддерживает хоть одну 8000-ю, но мощность при этом многократно падает. Как падает от любого постоянного света при уменьшении выдержки. У обычной вспышки очень короткий импульс, который не успевает попасть на весь кадр при использовании короткой выдержки, поэтому там приходится делать несколько пыхов на неполной мощности. Подробнее о том, как обычные вспышки работают в HSS, я рассказывала в этом видео. Хоть принципы разные, но результаты в итоге получаем одинаковые – многократную потерю мощности. Короткий импульс вспышки имеет положительный эффект, который мы теряем при использовании FV. Любая обычная вспышка из-за высокой скорости импульса замораживает движение, делая объект съемки более резким, даже если выдержки для этого не хватает. Чем слабее светит вспышка, тем выраженнее этот эффект. LED же на любой мощности дает достаточно продолжительное свечение, которое ничего заморозить не позволяет. При использовании FV морозить можно только выдержкой. Но больше всего всем, конечно, интересна мощность, а она, честно говоря, не впечатляющая. Даже компактная однокамерная вспышка TT350 дает больше света, чем этот тяжелый моноблок, работающий только от сети. Те, кто мечтал в одном девайсе получить свет и для фото, и для видео, конечно, будут рады и такому. Но нужно понимать многочисленные ограничения. Это пока что не совсем вспышка, но хотя бы шаг в эту сторону. Даже обычная однокамерная вспышка в 4 раза мощнее FV150. 200-ваттные приборы дадут такую же мощность всего на 1/8. С FE200 ситуация получше, но принципиальной разницы нет. В режиме HSS мощность падает и там, но в разных пропорциях. Но общая ситуация сохраняется, любая вспышка всегда мощнее. Кроме того, любой LED-моноблок не может полностью заполнить неглубокие софтбоксы, большие стрибоксы и так далее. Дело не в мощности, а в направленности света. У вспышки он идет во все стороны, а LED светит прямо. Так что даже при использовании обычной накамерной вспышки вы получите больше, не говоря уже даже о самых дешевых студийных моноблоках. Китайцы привыкли заимствовать идеи у западных компаний, но копируя друг друга, они уже не могут повторить свой трюк и сделать все то же самое, но дешевле. Godox это хорошо понимает, поэтому сделал по-своему. Получилось круто, шикарный апгрейд для SL, первый свет и для фото, и для видео. Кроме того, Godox, как обычно, срезал пару углов ради снижения цены, и в итоге мы получили... Я сразу не поняла, что произошло. Тут видос снимать начали, сразу и болеть все перестало, и как-то это... Хорошие новости. Работайте, и тогда будет все хорошо. Что-то там типа про трактор было сказано. Вот представляете, вы там выезжаете в поле на тракторе, и сразу приятно становится. Лучшее лекарство от коронавируса – это пойти на работу. В тот момент, когда во всем мире карантин.